Здравствуйте! В эфире программа «День Аиста», и сегодня мы продолжаем рассказ о большой и дружной семье, которая живет в детском доме. Всего их четверо. Старший брат отказался от съемок в программе. Он очень скоро выпустится из детского дома, но искренне верит в то, что такой шанс должен случиться для его младших братика и двух сестричек. О Роме мы вам рассказывали в предыдущем выпуске. А сегодня мы вас познакомим с двумя прекрасными девочками – Региной и Эвелиной. Вы можете стать для них опекунами, мамой и папой или патронатными воспитателями. В любом случае, вы найдете поддержку в ассоциациях приемных родителей, где уже опытные приемные мамы и папы с удовольствием помогут вам принять самое главное – правильное решение. А также, если вам нужно юридическое и психологическое сопровождение, то найти его вы сможете в домах мамы по всему Казахстану. На сайтах усыновите.кз и baladi.fiskkk.kz находятся анкеты детей, которые живут в детских домах Казахстана и мечтают о том, чтобы в их жизни тоже как можно скорее случился День Аиста. Регина и Эвелина, в отличие от братьев, о своей маме вспоминают. Они очень ее жалеют, ведь им кажется, что пусть в детском доме, но они все вместе, а мама где-то там, совсем одна. Воспитатели стараются дать девочкам в жизни правильные ориентиры и научить их быть самостоятельными. Но им не хватает близких и по-настоящему родных людей рядом. Они очень мечтают жить и воспитываться в любящей семье. Может быть, среди наших зрителей есть те, кто станет близкими людьми для Регины и Эвелины. Этих очаровательных девчонок зовут Регина и Эвелина. Яркие, звучные имена прекрасно им подходят. Болтушки и хохотушки. Всегда в хорошем настроении, раскованы и общительны. Нас все четверо. Вот моя сестренка, ее зовут Эвелина. Есть братик, его зовут Рома. И старший брат, его зовут Абрам. Из-за разницы в возрасте в детском доме сестренки живут в разных группах. Эвелина младшая, ей 8 лет. Регина старшая из сестер, ей 13. Все свободное время девочки проводят вместе. Они привыкли заботиться друг о друге, всем делиться. Очень любят своих братьев, тесно общаются с ними и дорожат своей маленькой и дружной семьей. Я хочу поступить в кадетский класс, потому что там дисциплина, и я хочу защищать свою родину. Регина удивительная девочка. Ей быстро наскучили занятия танцами и кружок прикладного искусства. Зато Эвелина любит все девчачье. Занимается в хоре, танцует, прекрасно рисует. Но любовь к животным – это общая страсть у сестер. Девчонки мечтают о большом доме, где им позволят держать кошек, собак, кроликов и хомячков. Им хочется попасть в семью, где мама и папа поддержат их интерес ко всякой пушистой живности. Регина будет следить за чистотой и порядком, проверять, все ли питомцы накормлены. Поддерживать дисциплину у нее получается мастерски. А Эвелина сможет окружить их любовью и лаской. Кстати, в будущем Эвелина мечтает стать врачом. Девочки очень доверчивые, нежные и открытые. Они хорошо учатся в школе. Регина много и с удовольствием читает, особенно фантастику. И еще, они верят в чудо и ждут, когда это самое настоящее большое чудо в их жизни произойдет. Да, я бы хотела попасть в семью. Очень. Это была в детстве моя мечта. Сестренка очень хочет и братик. Я люблю сильно их все. В рамках нашей программы мы даем лишь общие сведения о детях. Чтобы узнать подробнее об Эвелине и Регине, нужно обратиться в органы опеки и попечительства города Алматы. Среди моих друзей очень много тех, кто воспитывает приемных детей. И многие из этих людей готовы делиться своим опытом и знаниями с будущими приемными родителями. А самое главное – помочь им принять правильное решение. Также вы можете получить психологические и юридические советы, обратившись в дома мамы по всему Казахстану. И помните, что вас ждут дети на сайтах усыновите.кз и baladi.fiskkk.kz, где находятся анкеты детей, которые сейчас живут в детском доме и ждут своего дня аиста.
Я хочу напомнить, что не все дети воспитываются в детских домах с рождения. Многие попадают туда в гораздо более зрелом возрасте, когда что-то случается с их биологическими родителями. И наша мечта заключается в том, чтобы дети не проводили много времени в казенных стенах, а как можно скорее находили свою любящую приемную семью.